Для подмосковного клуба встреча с гостями из Краснодара начиналась не слишком радужно. «Динамо», в составе которого были трое игроков российской сборной, Любовь Соколова, Татьяна Кошелева и Наталья Малых, некогда игравшие за «Заречи», уже с первых минут матча заявила о своем намерении не затягивать игру. На первый технический перерыв гости ушли с преимуществом в счете, после которого только увеличили отрыв. Бескомпромиссная атака доигровщицы «Динамо» Татьяны Кошелевой уменьшала шансы на успех «Заречи» Одинцова в первой партии, в финале которой последовали три эйса подряд от Александры Пасынковой. В итоге 25-16 в пользу краснодарского «Динамо». Пять игроков команды «Заречи» сейчас на данный момент играют в Краснодаре. Поэтому мы смотрим матч «Заречи» против «Заречи». На данный момент я заметила, что сыгранность команды есть, но не настолько уже в высоком уровне, но она есть. Вторую партию хозяйки площадки начали более уверенно. После двойного блока «Заречи» при счете 4-5 в пользу гостей одинцовские волейболистки нащупали игру и начали выравнивать ситуацию. После эйса Ангелины Лазаренко команда вышла вперед и удерживала преимущество до середины партии, пока не начала ошибаться. «Динамо» не упустил возможность дожать ситуацию серией грамотных атак. После упорного противостояния победа в сете вновь осталась за краснодарским «Динамо». Хотя бы одну партию сегодня удастся взять. Сейчас могли бы зацепить. Немножко не хватило концентрации в конце, но это сказывается вот молодость. Я надеюсь, что должны взять. А там кто знает, может быть и 3-2. Женский волейбол изящный и непредсказуемый. В третьей партии события стали разворачиваться уже по иному сценарию. Теперь вело «Заречи». Удачные атаки, мощные подачи, уверенный блок. Дерзкая игра зареченской молодежи сломила напор соперниц, за которых в зале болели даже самые юные зрители. 8-летний Лев из Москвы приехал в Одинцово, чтобы поддержать свою любимую волейболистку Татьяну Кошелеву таким громогласным способом. Мне крестный ее подарил, он вон там сидит, он тренер. За кого ты сегодня болеешь? За 11 номер. За «Динамо» Краснодар. В третьем сете одинцовская команда одерживает уверенную победу. Затем борется и за четвертый сет. При счете 2-2 по партиям игра переходит на тайбрейк, где наступает момент истины. «Динамо» вновь впереди. «Заречи» отступила. Победа досталась гостям из Краснодара. Уже 16 января одинцовские волейболистки встретятся с командой «Амичка». А следующий домашний матч проведет 24 января с командой «Протон» из Саратовской области. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».